Глава Корейской конфедерации профсоюзов Хан Сангюн арестован в Сеуле по обвинениям в организации насильственных антиправительственных выступлений. Акции протеста, самые массовые за последние 7 лет, прокатились по Южной Корее в ноябре. В Сеуле на них собирались десятки тысяч людей из 53 профсоюзов. Около месяца Хан Сангюн укрывался в буддийском храме в Сеуле. На него был выписан ордер на арест после того, как акция 14 ноября вылилась в беспорядки, в ходе которых пострадали около 30 человек. В среду полиция окружила храм, и монахи убедили профсоюзного деятеля сдаться добровольно. Хан Сангюн и его сторонники выступают против реформ на рынке труда, а также против намерения властей ввести единые школьные учебники по истории страны.